Вот такая вот беда. Сгнило самое верхнее бревно, на которых крепятся стропила и потолочные балки. Хорошо летом заметили, а не зимой крыша провалилась. В этом году было много снега. И вот оно, гнилое бревно раздвоилось по шкантам, где шканты забиты. Еще неизвестно, что со вторым бревном. Короче, приняли мы такое решение. Подымать крышу, потолочные балки подпирать изнутри квартиры. Но это все я покажу. Вот, для начала смастерили вот такие вот леса. Крыша пока на месте, вот в этом месте провалилась от два стропила. Здесь и здесь ушли в сторону. Залазить будем на чердак, обвязывать между собой досками 25-кой стропила. Подымать крышу, подпирать отсюда. А потолок отдельно подпирать изнутри. И менять верхнее, это уже 100% полностью. Нижнее пока под вопросом. Но, скорее всего, тоже половину придется менять. Вот мы почти закончили обвязку крыши. Обвязали всю крышу досками 25-кой. Это чтобы не разъехались они, стропила. Это чтобы вверх-вниз не ушло. И, конечно, 25-кой это жухловато. Но если учитывать то, что на крыше лежит андулин, он легкий, то я думаю, такая обвязочка пойдет. Сейчас еще между собой обвяжем каждую доску. Сюда 50-очки доску кусочек отпилим. И обложим. Вот. Ну, вот этот дом, где ушла у нас бревно, где ушло бревно, это уже более новый дом. Нам здесь ничего его трогать не надо. Вот это верхнее бревно, там, которое оно сгнило. Подойди сюда поближе, покажи. Вот те средние два стропила, они ушли. Вот там получилось, у нас щель образовалась. Вот эту всю конструкцию нам придется подымать. Будем подпирать вот эти потолочные бревна. У нас их две штуки. Одна в зале, вторая на кухне. Снизу их будем подпирать. Потом подымать крышу. Ну и снимать бревна, естественно. Ладно, спускаемся вниз, собираем инструмент. Подперли потолок брусом на 150. Мебель всю укрыли пленкой, чтобы тут пыль поменьше. Прям в потолочное перекрытие. Брус брали чуть-чуть подлиннее, на 2 сантиметра, чтобы он приподнял. Загоняли сбоку отсюда. Подложили доску под низ, чтобы пол, не дай бог, не провалился. Здесь на балку попало как раз нормально. Там чуть-чуть мимо балки. Балка где-то здесь. Но ничего, доска распределяет все усилия. Крыша стоит. На брусьях. Как-то так. Сняли обшивку. Вот такая вот тут хрень. Вот бревно сгнившее. Его надо будет менять. Начало и до конца. Очищаем глину всю. До конца все бревно менять. И по ходу второе. Вот первое бревно. А вон то второе тоже, наверное. Ну, частично придется поменять. Как еще не рухнуло зимой. Чудеса. Итак. В этом месте мы поддомкратили, в том месте, где просела стропила. Вот, одну часть приподняли. За счет всей вот этой обвязки приподнялась вторая стропилина, которая тоже у нас ушла немножко. Мы сюда забили доску. Также взяли ее подлиннее и сбоку отсюда забили. Под самый конек. Все, крыша у нас на месте.
стоит. Пускай стоит. Теперь будем убирать гнилье. Все это будет стоять у нас на этих двух стойках, вся крыша. И держаться она будет за счет всей этой обвязки. Так как андулин легкий, обвязка, я думаю, будет держать. Крыша не тяжелая. Все, работаем дальше. Вот и убрали мы это гнилое бревно. Второе бревно пришлось тоже убирать, потому что строили этот дом без шкантов как-то удивительно. И оно тоже отошло. Оно было не гнилое. Вот отпилили его до толщины бруса. Угол трогать не стали этот. С той стороны угол оказался гнилым. Поэтому его выпилили. Будем туда мастырить брус. Вот так вот. Вся крыша у нас, вернее половина крыши, висит вот на одной доске. И там две, которые мы подпирали. Одна на домкрате, вторая забивали, которая. Вот так получилось изнутри. Два бревна убрали. Все стоит вот на этих стойках. Крыша. Ну все, потолочные подпорки убрали. Положили брус первый ряд. Брус ложили на джут. Делали на чашку. Брус 180 брали. Побольше. Все нормально. Идем ложить второй ряд. Законопатили углы джутом сразу. На шканты посадили. Теперь выравниваем стропила. Крыша идеально ровная. И накрываем. Все. Ну все, вот мы и закончили. Крыша на месте. Стена целая. Убрали два бревна, спилили, поставили два бруса. Все нормально, все отлично. Если не считать работу на восстановление, на возведение лесов и что там еще мы делали, и обвязку этого чердака, то вся работа обошлась за два дня. Ай да мы, спасибо нам, спасибо дядя Валентина. Теща довольна, все довольны.